Кровавая жопа. Моя любимая страна — это Швеция, поэтому погнали за Швецию играть. Опа, Стокгольм. Так, Стокгольм надо сразу за... Ага, сокровищница пуста. Давайте, как обычно. О, у него тут аж 55 целых, неплохо. 55, значит, могу тут 20, тут 10, тут 10, тут тоже 10, и все остальное в исследовании. Все, погнали. Призываем теперь немножко, давайте немножко бабу поднакопим. И сюда, в Стокгольм, присылаем немножечко. Первое, что, в принципе, мне приходит спросить ядерную боеголовку. Давай сбросить. А как мне ядерку получить, знаете? Ладно, пофиг, будем нападать. Больше. Так, я тут знаю, у меня... А, ядерный реактор. Так, строим. А что бабла так мало не дает-то? Чё это мало бабла задает? Как волк лесу? Как она... Ой. Давайте войско тут спавним. Я тут же построил. И давайте объявим войну вот этой вот. А, с ней еще и Финляндия. Зашибись. Нет, спасибо, я не буду с Финляндией. А ты, да, сначала восстановить отношения с Финляндией? Давайте отправим отношения. Как это? Да, восстанавливается, видите, потихонечку. Восстанавливается. Отношения пусть тут, ну ладно, пусть восстанавливается. Норвегия, привет. Так, ну слушай, ты тут у нас, мы тут должны, в принципе, с тобой дружить. Чё, плюс 26 минус? А я же что отправил? Ну-ка, давай-ка союз отправим. Оп. Ну, в принципе, и ожидаемо было, что мы получим отказ. Так, нужно что-то делать, чтобы улучшать немножко мои провинции, чтобы их немножечко улучшать. Давай сначала Стокгольм тут немножечко прокачаем. Стокгольм. Качаем, качаем, качаем. Качаем, все не хватает. Университет тоже качаем. Нет, 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 это не надо. Блин, что это? Так, качаем, прокачиваем. Сейчас такой мы качнем, и все будет окейюшки. Все будет окейюшки, и будем начинать немножко деньги. Вот, смотрите, денежки растут, начинают денежки, мне побольше денежек давать. Итак, пока дела все нормально, никто не воюет. Ну, со мной никто не воюет. Со мной никто не воюет. Ну и, не, ну и слава богу, не надо, что там воевать. Чисто хочу еще раз попробовать. Ну да, неизвестно почему-то. Так, со мной отношения Армения. Армения, что ты хочешь от меня, интересно? Могу попросить, да? А кто там у нас по... Дела с Финляндией. Все, уже 22. Смотри, давайте еще раз отправляем. Предлагаю, чтобы немножечко, давайте денежки отправим. Вот столько. Оп. Ну-ка. Во, смотрите, сразу же, во, пошло, 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 дело, пошло, дело, пошло. Все, пошло дело большое. Все, мы с Финляндией начинаем уже дружить жестко. Норвегия, шуты. Ну ладно. Как вот и все. Так, ладно, давайте дальше строить. А, я дальше строить и не могу. Давайте ассимилируем столицу. Давайте вкладываем немножко по денежек, вкладываем.
Давайте положим немножко денежек в Стокгольм, чтобы у нас тут прокачалось немного, так скажем, наша столица качнулась хорошенечко. Она начинает улучшать отношения. Ну, как бы я и не собирался их как-то улучшать. Ну и ладно. Пофиг. Так, давайте еще вкладываем. Отлично. Смотрите, тут у меня уже восстание почти только 2%. И все. Больше типа нету. Давайте инвестируем. Как я волк и зуб. Так, тихо, что? Это чё? У нас куча денег тратится, поэтому пошли вы нафиг. Ой, что тут с Алазия? Дождь пошел. А давайте-ка поможем нашему другу и объявим войну. А, сейчас ход. А, все, нету уже Аладии. Что все, Аладия уже нет. Алайда уже нет. Куда мне типа идти? А где Алайда? Алайда нет. Все, его нет. Его нет. Все. Его нету. Тут, знаешь, бесконечная война, кажется. Мирные переговоры. Ну, да. Отправить, да. Все. Это не на халяву чисто хотя захотел сейчас. Так, что тут у нас дела? 18. А что с Швецией? А что с Финляндией? Уже все, мы уже начинаем с ней дружить. Враги. В смысле враги? У нас плюс 16, а не минус 16. Дебилы, да? Ну, сейчас подождем. Опа, что-то происходит. Или просто войска переносит, или что? Не знаю. Так, ну что тут у нас? Так, давайте еще вкладим. Вкладыш. Так, у нас денежек много, поэтому предлагаю сейчас... Оп! Ага. Думаю, сейчас до 100 тысяч снесем. Давайте наши вот это вот деньги снесем, до 100 тысяч снесем. Ох, мне нравится, ребята, эта игра. Я думаю, 100% буду снимать. Мне нравится игра. Ладно, нормально. 200 тысяч снесли. Ну-ка. 13 плюс. Значит, тут вот раз, тут два, тут два, тут два. И все остальное вскачиваем вот сюда. Все. Все. Нормально. Так, Литва. Или как там тебя? Блевота. Блевота. Дания. Ты такая столица, прям тут так. Так, ну-ка, что тут у тебя, Дания? Знаешь. У нас не лучше как-то и... У нас не лучше дела как-то, знаешь. У меня похуже что-то даже дела. Поэтому я предлагаю, короче, повоевать сейчас вот этой вот... Даней, чтобы... Даня. Опа, она чурашка-парашка что-то тут делает. Думаю, я сразу подготовлюсь, тут... рыбацкий причал сразу же тут построю везде, в этих вот моих местах. Там, где забор поставлю, здесь забор поставлю. Забор поставлю на всякий случай. Знаете, забор необходимен. Укрепление давайте тоже сюда. Укрепление завезем. Все, не могу. Деревянная сторожевая башня. Давайте занесем, почему нет. Сторожевая, каменная сторожевая башня, погнали. Давай. Еще качаем. Короче, сейчас, ребята, тут попрокачиваю немного, чтобы было вот это вот место, было посильнее. Чтобы мы вот эти вот
А, давайте тут тоже поставим. Угу. Ну, короче, мне, в принципе, нравится игра. Мне нравится игра, мне нравится. Прям очень нравится. Давайте арсенал тут везде понастраиваем. Скорее всего, Дания... Короче, погнали на Данию. 8 ходов для подготовки, отлично. Последняя подготовка, думаю, в принципе, сильно не нужна. А потом сейчас сразу же. Давайте переносим сразу же. Это вот поиск одно. Так, все, отлично. И погнали, все. Столицу нападаем. Сколько? Подожди, можно призвать? Спасибо. Можно сюда вот все созвать, типа, и еще плюс призвать. Чего? Как так получается, что 6000 не могут подпилить 5000? Что? Что за фигня? Мы что, маленькими кусочками нападаем? Давайте целым нападайте. Даня. Блин, нет союзников, Финляндия. Финляндия, ты мой союзник, алло. Ты мой союзник, иди помогай сюда. Иди помогай. Не, мирный переговор я не буду устраивать. Ух, ё. А давайте-ка что-то делать надо. Надо что-то делать. 100%. Это так оставить нельзя. Так, давайте с Стокгольма. Ё, нападают. Так. Так, давайте-ка мы нападем сейчас с другой стороны. Держитесь. Давайте еще армию. Все, я сейчас уже перевожу сюда эти войска. Сюда. Переместить сюда. Все, давай. Все, войско уже переносится. Потерпите чуть-чуть, давайте. Переместить вот сюда, давай. Вряд ли у них, думаю, там большие войска. Какого хрена так много? Какого хрена? А с хрена ли, блин? Все, смотрите, вот пришло мне подкрепление сюда пришло. Итак, давайте, короче, нападаем. Все, отдайте мне столицу просто и все. Да ты задолбал уже. Почему я не могу ничего захватить? Тупо ничего. Опа, наконец-то. И давай сюда. Блин. Давай, все. Ура, захватил. Ура, хоть что-то захватил. Давайте обойдем с другой стороны, тупо сюда, давайте. Давайте тупо сюда обойдем с другой стороны. Так, все, давайте сейчас перемещаю вот так. А я какого? Я не понимаю, почему у меня не получается захватить столицу. О, у них там уже мало, войск. Я столицу захватил! Е-бой! Что-то выходит, наконец-то. Так, начинаются проблемы. Ладно, похрен. Так, давайте, короче, мирные переговоры. Или как это? Мирные переговоры. Столицу и это. Это желательно бы это и это. И все. Отправить требования. Есть! Ой, боже, что тут происходит? Так. Плюсы. Все, опускается и опускается. Все, ребят, короче, все нормально. Все, тут у нас все ок. Все ок, зашибись.
Так, Финляндия, ты мой дружбан уже, да? Да, ты мой дружбан, просто дружбан. Все, ты мой дружбан. Вот враги, вот Раша. Ну-ка, давайте по нас посмотрим. Убрано. Не понял. А где? Тяженики. Это что такое? Вы кто такие? Я вас не звал. Кто это такие? Восстание. Там в жопу ваше восстание. Все, иди нахер. Что? Кто? Еще и Россия подключилась. Какого хрена вы тут делаете? Ёпт, что это сейчас? Что это такое? Что это было? А тут войско приезжало на всякий случай. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, Рашка. Ладно, ребята, мы продолжим уже в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, с вами был я, Элитный Титан Спикер 2.0. Всем пока!